Привет, вы на канале Vlog Mama Life. И сегодня мы с вами прогуляемся в лес. Я покажу вам наш лес. Если вам понравится мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И приятного просмотра! Такой вот красивый у нас лес. Вот там вот чуть подальше. Сейчас мы с вами пройдем. Спустимся немножко отсюда. Построили волейбольную площадку прямо в лесу. Вообще, конечно, в последние годы наш лес очень хорошо облагородили, что ли. Построили площадки, дорожки сделали. Сейчас стало очень красиво у нас. И поэтому сегодня я решила вам его показать. Сделали вот такие вот указатели. Озеро Светлое. Сказочный лес, детская площадка, спортивная площадка. Озеро Полуденка. Озеро Полуденка и спортивная площадка. Также поставили всякие знаки. Это для велосипедистов и для тех, кто ездит на самокате. Такие вот разные площадки сделали. В форме ворот. Прошел ураган сильный с буреломом. Вот. И вот все деревья спилили. Еще одна площадка. Площадку сделали. Стоянку для велосипедов. Гамак повесили. Так хорошо в лесу. Вот еще указатели. Так, детская площадка. Вот мы как раз идем на озеро. Светлое. Нет, это не светлое. Светлое в другом месте. Мы идем на Полуденку, получается. Понятно. Сейчас там посмотрим, как там все оборудовали, все сделали. Красиво. Сделали разметку. Вот такую. Площадки сделали вообще очень красиво. Встала, урны вот такие вот поставили. Вообще очень сейчас приятно, конечно, гулять в этом лесу. Сейчас мы идем на озеро Полуденка. И мы посмотрим, как там сделали все красиво. И покажем вам наше озеро. Полуденку. С
Смотри, как птицы поют. Ага, так классно. Солнышко светит. Деревья очень классные. Все красиво сделали. Прям гулять стало приятно. Такая скамейка. Ага. Между двух деревьев. Ну, такая красивая. Сейчас я на них сяду. Садись давай, посиди немного. О. Отдохни. Садись к нам, мам. А да, пойдем дальше. Пошли. Скамейка очень понравилась. Красивая. Вот еще. Тропинка. Вот мы уже подходим практически. Доходим до озера. Сейчас мы уже дойдем. Я вам его покажу. Смотри, там впереди фонарики поставили. Ага, такие красивые. Эти фонарики, кстати, они этот... На солнце заряжаются. Да, сами заряжаются. На солнце вечером, и вечером включается. Светят, да, включаются. Это как здорово сделали. Ага, так красиво. А, вот батарея вот. Видишь, она заряжает вот эти фонари. Вот это вот батарея. Ага. Солнечная батарея. Да, смотри, тут как сделали красиво. Да, мы здесь с тобой давно не были. Здесь смотри. О, так классно украсили. Смотри, вечером. Фонарики. Вон, смотри, фонарики. Посмотри наверх. Да. Да. Надо будет. Thank you.
пошли уже домой. Наша прогулка подходит к концу. Если вам понравился наш влог сегодняшний с нашей прогулкой в лесу, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Пока-пока.